МАГАТЭ будет контролировать процесс обогащения урана на иранских предприятиях в режиме реального времени, круглосуточно, используя электронные веб-камеры и электронные подписи, об этом заявил в среду госсекретарь США Джон Керри, выступая с программной речью по Ирану в Пенсильвании. Количество инспекторов от МАГАТЭ будет больше. Они также будут использовать современные технологии, такие как контроль обогащения в реальном времени, высокотехнологичные электронные печати и камеры, которые будут следить за процессом в режиме 24/7/365, сообщил Керри. Конгресс США в сентябре рассмотрит договоренности с Ираном, как ожидается, выразит неодобрение сделки. Однако президент Барак Обама намерен наложить вето на подобную резолюцию, и у оппонентов сделки пока что нет достаточного количества голосов в Конгрессе, чтобы преодолеть вето. Иран и шестерка международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы.